Добрый день! Сегодня я рад представить вам уже четвертую книгу фэнтези-серии «Пардус», в которой события становятся гораздо динамичнее, стремительнее и в то же время опаснее и страшнее даже в некоторых сценах для героев, ну и для читателей тоже. В книге многих героев ждет очень много как бы нового. Кого-то вы узнаете с совершенно новой стороны, появится также парочка новых очень колоритных злодеев, которые уже будут иметь непосредственное отношение к самой главной сюжетной линии, и которых вы будете встречать очень часто до самого завершения этой саги. Сотрясающий землю — это, как всегда у нас в книгах, какая-то определенная способность, без спойлеров. Ну и также, забегая вперед, хочу впервые, наверное, вам представить информацию о том, что пятая часть фэнтези-саги «Пардус» уже сдана в издательство, и с ней уже идет как бы кое-какая работа, то есть очень скоро вы уже сможете ее тоже прочитать.